Так, ребят, привет! Спонтанно решил записать быстрый ролик на французском бульваре в Харькове. Ой, в Париже, извиняюсь. Смотрите, по поводу сувениров хочу сказать. Ребят, сразу не покупайте ничего, сразу. Вот есть, например, на ключи вешаются брелочки в виде Эйфелевой башни. По евро продают. Вроде бы, ну дешево, нормально. Сторговался 3 штуки за 2 евро. Потом увидел штуку за 50 центов, пол евро. А потом увидел 5 штук за 1 евро. Поэтому, ребят, торгуйтесь тут с этими торгашами. Ваши деньги, вам же их экономить. Все, всем пока. Спасибо. Гаврил Короткий. Удачи.